Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим про патч 1.6, что в нем нового. Всего 4 новые штучки-дрючки. Первое — это то, о чем мы уже поговорили, выключат командные бои. Об этом мы поговорили уже в прошлом видео. Также еще выключат урон по союзникам. И это, как по мне, самое основное, что есть в этом патче. Но картошка в своем видео предоставляет, как будто бы самое основное — это новая ветка британских ЛТ. На самом деле нет. Ну и последнее, что в этом патче будет, это декали. Больше декалек, больше места, куда их можно прилепить. Ну, в принципе, есть и есть, окей. Декальки действительно стали лучше. И там есть из чего выбрать. Но пользоваться, конечно же, я этим не буду. Хоть какое-то улучшение — это хорошо, но для геймплея это никак не скажется ни положительно, ни отрицательно. Что касаемо ветки. Ветка вышла обычная, ничего в ней такого нет. Просто танки с маскировкой, 7-8 уровень с плохой подвижностью и кривой пушкой, 9 и 10 более подвижные, в принципе нормально ездят. У 9 нормальная пушка по кривости, а вот у 10 пушка снова кривая. Пушка у всей ветки вверх не поднимается, кроме 9. На 9 уровне немного поднимается. Стрелять вверх вообще нереально, любой холмик, все, вы стрелять не можете. Многие заметили, что у ЛТ-шек британских новых высокое пробитие, намного выше там, если сравнивать со старыми ЛТ. Да и пробитие в целом может конкурировать и с тяжами, и с СТ-шками, поскольку оно просто больше. Но это лишь потому, что пушки кривые, играть на них неприятно, и танки сами медленно ездят. В принципе, что картошка говорила нам, что эти танчики чисто пассивный подсвет и стрелькать урон. Так оно и выходит, просто переезжаете из пассивного куста в пассивный куст и пукаете урон кривой пушкой. Все. Нужно ли бежать качать эти танки? 7 уровень в целом обычный проходной танк. 8 уровень обычный противный проходной танк, он не очень мне не понравился. 9 просто нормальная ЛТшка. 10 что-то ненужное. Стоит ли это качать? Я вообще не понимаю, для чего эта ветка. Просто для разнообразия выкачать, лишь бы выкачать. Ну, в принципе, и все. Эта ветка мне особо не понравилась. Не понимаю, куда разработчики спешат ее так быстро вводить. Это самая быстро вводимая ветка в игру. Фиг его знает. Видимо, там примтанчик горит какой-то британский. Срочно надо его всунуть под эту ветку. А может быть и нет, посмотрим. Ну и самое значимое, как по мне, в этом патче — это убрали урон по союзникам. Многие сейчас подумали, типа, о, урон по союзникам убрали. Теперь можно на арте там закидывать по своим или еще что-то типа такого. Механика стать голубым в игре World of Tanks все же осталась. Звучит это, конечно, очень интересно, стать голубым. Но в картошке можно даже этого добиться. Когда уберут урон по союзникам, вы все равно сможете стать голубым в игре, и вас союзники могут убить. Если ваш танк станет голубым. Точнее, не танк, а ник и иконки над танком. Вас могут союзники при этом убить бесплатно, и ничего за это не получат. Чтобы стать голубым, вам нужно по-прежнему ездить стрелять по своим. Если вы на арте находитесь, вы должны часто попадать по своим. В принципе, как это было и раньше. Также арта своих еще до сих пор может оглушать, но урон нанести не может. Тараном урон тоже выключили, и нанести тараном урон нельзя. Но, допустим, скинуть со скалы союзника, чтобы он сдох там, и стать голубым, так можно. Точнее, так нельзя, но можно. Также можно еще столкнуть союзника в воду, он там утонет, и вы тоже будете голубой. Поэтому союзников все же до сих пор убить можно, но для этого нужно их куда-то столкнуть. Это происходит не часто, поэтому я думаю, что это скажется на боях хорошо. Также еще добавили звук, когда по вам попадают союзники,
Звук такой глухой, бочки какой-то. Дурацкий, противный какой-то звук, но есть и есть. В принципе, в других режимах вы могли слышать уже этот звук. Очень часто были ситуации, когда команда проигрывала просто потому, что она сама себя там попереубивала, и союзники сдохли просто сами от себя. Поэтому таких ситуаций больше не будет, и это хорошо. Ну и напоследок еще пару слов про новые ЛТ. У всех у них быстро летит снаряд, и у всех у них мало этих снарядов. Особенно у десятки их всего лишь 16 штук, и заканчиваются они довольно-таки быстро. Вот, в принципе, и все. Как по мне, патч, в принципе, пустой, в нем ничего такого нет. Только выключили урон по союзникам, это хорошо. Ну, в принципе, и все. Также еще отключили КБ. Еще одно место, где можно было спрятаться от безумного рандома, утрачено. С вами был Варчик, играть красиво. Пока.